А цветочки посадим? А где цветочки посадим? Не знаю. Не посадим. Ну, давай посадим. Хорошо. Можно и посадить. Красивая, умная вещь. Ну, спасибо. Берешь жидкость, берешь белило, делаешь сметанный замес, берешь цвет света, которого здесь много, и вот этим легким оранжевым оттеночком избавляешься от белого. Добираешь вещество. Количество краски ты заложишь на холст такое, чтобы когда ты будешь вот так мастихинчиком удавливать, появлялся излишек. Ну, это мелкозернистый, поэтому в любом случае появится. Давай. В центре полно синего, да? Синий и розовый, и коричневый. Мост начинается, смотри, почти от середины холста. По диагонали, да? Так вот, по диагонали. Уходит наверх и имеет траекторию вот такую. Ты это берешь и накидываешь пока грубо. Дальше у тебя тоже с синенькой, тоже в районе середины, только со смещением сюда, тут со смещением сюда. Да. То же самое сюда, то же самое вниз отражение. Отражение на краях будет сработано вот так, размазано. Рыжие пятна тоже начнешь набрасывать там, где они есть. Немножко грязнишь рыжий, в том числе с синявинкой. И вот так штриховательно наберешь рыжевизну. Черноту наберешь так же, как здесь, эти трое без белил. Вот, например, здесь под мостом черно наберешь. Отражение черно наберешь. Пальцем будешь создавать идею нарочитого вертикального характера отражения. Тоже подсунешь сюда рыженькие чуть-чуть для того, чтобы удавить в вертикаль. Хорошо? Вот так тоже подыграешь. Я хочу спросить, сколько мне не хватает для мастихинной краски. Я не знаю, сколько ее брать. Пока берешь нормально. Да? Можешь подыграть пальцем. Кисточку не берем, да? Пока не надо. Хорошо. Пальцем это хорошо. Подыграть пальцем. В какую здесь сторону? Вниз? Да. Вот сверху, до середины. Если хочу сделать вот это, надо вот так. В отражении все будет нарочито вниз. По вертикали. Нарочито. Причем и снизу будешь подбивать, и сверху. Давай, набирай дальше. Хорошо. Чуть-чуть наврухало, да? Да, чуть-чуть. Увеличила. Увеличила. Брать? Да не, не надо. Значит, черноты нужно вогнать в картину. Вот эти черноты. А голубой, розовый. Это черный, да? Плюс коричневый. Мастихином можно создать вот эти каменюкочки, в том числе можно густятинкой. Разделить на сегменты.
окошко. Здесь довольно темно. Вместе с этим большим темным отражением. С зигзагом. Чернота продолжает свой путь дальше, становясь каркасом картины. И даже здесь соединяется с этой чернотой. Опять этих трое. Итак, голубой, розовый, коричневый дает красивую черноту. Без белил, естественно. Густота краски минимально достаточная, чтобы сделать вот такой глухой мазок. Такие вещи, как вот те ворота, можно вот так показывать. Ну, может, не тем Мастихиным, а этим. Вот такие вырезания можно задействовать. Какие-то наборы всяких технических ухищрений дают живой кусок, да? Угу. То есть, по идее, бы все деликатно делать, а наоборот, смотрите, как раз дает живенькость. Давай. Масло на хлеб. Теперь, когда будешь мазать, да, будешь стараться мазать квалифицированно. Да. И как палец прикладываю, обязательно отпечаток остается. Потому что тут же надо вытирать. Только коснулась, тут же вытерла. Ну все равно блин какой-то получается. Вот это вот как не получается. Это мастер, да. Сильно расчесала пятно. Оно никакое. Никакое. Ты еще не попробовала. Может, и получится. Это детям мы так сопельки подтираем. Да, уже выросли. Что, уже забыла, как? И внуки уже выросли. Не сможешь теперь? Да? Угу. То же самое, смотри. Угу. Вот я думаю, как вот это делать? Все время носить просто. Здесь напустить, ну, во-первых, продлить, наверное. И отражение продлить. И тоже, смотри. Угу. Чуть-чуть с удавливанием. Так, вот эта неряшливость нам здесь не нужна. Давай ее чем-нибудь добрым, светлым закроем. Смотри. Вот
такими чирком плашмя мастихина. Разноцветицу можно вогнать. Чирк. Дает эффект множества. Здесь мозаичный характер пятна. Создать его как мозаичный. Есть там еще и посветлее, да? Угу. Не только эта тональность. И есть намеки на стволики. Тоненькой кистью тоже. Ты видела, да, как мы проводим? Теперь очень важный момент. Светлые партии любят густую краску. Смотри, что творится сразу. Только что совершенно ничтожнейшее пятно становится звучным. Ты там что-то вот такое поделывала? Да. Да. Не стало. Угу. Тихо. Чуть-чуть под уклон. Чуть-чуть, да? Да. Так. Непонятное чудное. Вот оно. Но оно там. Оно и там чудное, а у тебя совсем чудное. Итак, вот эти светлоты мощно. Ой, там еще и дом стоит. Так это же вообще красота. Еще и с оконцами. Оконцами. Ну, к примеру. С этим балконами. Какой витражок. Это просто тень. Thank you.
Ты видишь, как светлые партии любят густую краску, да? Прямо любят, любят. Чуть в меньшей степени в воде, но на суше очень любят. Смотри, как сразу зазвучало и зазвучало. Вот здесь чего-то ты пожалела цвету. То есть идея пятна – отражение. И потом на это отражение можно сделать вот так. Плюс какие-то звуки света, то ли вдоль береговой, то ли еще как-то. Темность недопрочитана вот здесь. Смотри, какая мощная темность. Согласна? Слишком дрябло. То есть такие вещи, если укладывать, то укладывать не дрябло. Ну и все-таки это ствол, у которого руки, ноги растут. Ну, особенно руки. Возьмем тоненькую кисть тоже. Еще раз смотри, вот ты набрала вещество, убрала вещество, взяла на кончике, и у тебя на удавленной кисточке только на кончике вещество. И ты уже этим веществом орудуешь. Если что, красочек поддави, мыша. Вот эти вот настроения загоним туда. Можно я где-то? Сейчас, ага. Легонечко, да? Чиркательно. Ну, правильно. И надо сразу вытереть. Да, конечно. Потому что... Так, и дай мне тоже немножко поиграть. Там обобщительно почти вот такой большой кусок. И мы его сразу зададим. То есть, по идее, это дело в конце, да? Нет. Тогда, когда почувствовали, что, о, а хорошо бы еще и вот так. Ну, я то, что... Картинка уникальная, сказать, что много живописи такого содержания не скажешь, поэтому какие здесь выбирать способы, да, исполнения, трудно вот так объективно проговорить. То есть, понятно, что какие подошли, те и хорошо. Thank you.
вот эти угу. прорывы угу. пустоты темной. Там этого нет, но нам сильно не хватает. После каждого раза вытереть, замываешь, и все, обязательно. Испортили. Печка не сломала. Сэкономила. Угу. Давай пятно адаптируем фон каким-то еле звуком. Угу. Еще тут вот, тогда ее больше.